Всем привет, друзья! С вами снова я. Осталось совершенно у нас буквально немножко времени до начала чемпионата мира по хоккею 2017 года шайбой. Сегодня наша сборная России играет в Германии со сборной Швеции на Ланксес-арене. И сегодня я вам немножко расскажу про эту арену. Итак, поехали! Ланксес-арена. Была у нас открыта в 1998 году и может в себя вмещать 20 тысяч человек. Ланксес-арена – это многофункциональный спортивный комплекс, в котором проходят не только у нас хоккейные игры, но и другие состязания в спортивных видах спорта. А изначальное название Ланксес-арены – которая находится в Германии, в Кёльне, была Кёльн-арена, названная по имени главного спонсора химической компании Ланксес. Вкратце вам скажу, то, что химическая компания Ланксес – один из крупнейших производителей в мире химической продукции. И истоки компании тянутся у нас аж с 1863 года, с момента, когда был основан концерн Бауэр. И сразу все подумали, то, что Бауэр – это тот самый производитель хоккейной экипировки и все для хоккея. Нет, это Бауэр АГ. Это химическая и фармацевтическая компания, основанная в Бармене. Ну да фиг с ним, ладно, сегодня мы не про это, не будем углубляться во все это. И поехали дальше. Итак, что же у нас еще помимо хоккейных игр проходит на Ланксес-арене? Это у нас концерты различных групп, и на концертах арена может вмещать в себя 20 тысяч человек. Матчи по гандболу, и на этих соревнованиях арена в себя может вмещать 19 500 человек. А на наших с вами любимых хоккейных матчах с шайбой арена вмещает 18 500 человек. И именно в Кёльне в 2007 году сборная Германии выиграла чемпионат мира по гандболу. И также на этой арене проходит бокс и украинский боксер-супертяжеловес Владимир Кличко праздновал победу. Над немцем Акселем Шульцем и американским боксером Лейменом Брюстером. Стадион Ланксес Арена принимал у нас чемпионат мира по хоккею с 2001 года по 2010 год. И в этом году он снова примет чемпионат мира по хоккею. А в 2010 году сборная Германии по хоккею заняла 4-е место. Это лучший результат с того момента, когда страна воссоединилась. А также Ланксес-арена является у нас домашним стадионом для хоккейного клуба Кёльнер Хайе. А для гандбольного это команда Гуммерсбах. Также на этой арене присутствуют состязания для любителей поиграть на компьютере. И здесь проходит у нас соревнование по таким компьютерным играм, как Counter-Strike. Я думаю, все знают эту игрушку, кто-то до сих пор в нее играет, кто-то раньше в нее играл. Я думаю, то, что каждый знает, что такое Counter-Strike. Вот так вот, друзья, я вам немножко рассказал про саму Ланксес-арену. И сегодня, ребята, мы болеем за сборную России, смотрим хоккей тем подписчикам, новым подписчикам и моим зрителям.
огромнейшего здоровья. Оставайтесь со мной, не переключайтесь, ведь впереди у нас чемпионат мира по хоккею. И будет много интересных, надеюсь, хороших новостей. Всем спасибо, до встречи, пока.